Сегодня в программе. Оказывается, никакого бизнеса у нас нашего Бориски-то и нет. На Гоа и на Кипре он ни разу не был. А когда он пришел на встречу выпускников, автомобиль и костюм он взял на прокат. Борис Свиридов сходил на встречу одноклассников и с тех пор не может успокоиться. Один сделал карьеру, другой разбогател, третий уехал за рубеж. У Бориса, служащего областного банка, тоже были далеко идущие планы. Однако каждый раз его останавливала жена Людмила. Сегодня Борис твердо решил начать новую жизнь. Ах ты, сопля крашеная! Крашеная? Да, и это мой единственный недостаток. А ты бревно в постели. Поэтому мужик от тебя и скачет от одной бабы к другой. Семейная пара Даниловых после домашней разборки в очередной раз оказываются в суде. Муж Анны Виктор утверждает, что его супруга чрезмерно ревнива и в приступах ревности его калечит. Теперь Виктор намерен развестись и поделить имущество. Анна против развода, но тоже требует раздела супружеского имущества. Прошу всех садиться. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску Свиридова Бориса Сергеевича к Свиридовой Людмиле Петровне о расторжении брака. Ответчик: Свиридова Людмила Петровна исковые требования не признает. Выдвигает встречный иск о взыскании алиментов на содержание дочери в размере 25% от всех доходов супруга. В зарегистрированном браке 10 лет, у вас есть дочь Алиса Борисовна, ей 9 лет, и по обоюдному согласию сторон в случае развода ребенок остается с матерью. Здесь у вас споров нет, и также нет у вас споров по совместно нажитому имуществу. Правильно все? Борис Сергеевич, тогда поясните суду причину развода, пожалуйста. Мне надоела жена, ваша честь. 10 лет, и вот она вам надоела. Как она же так? Она очень приземленная и скучная женщина. Угу. Заела мою жизнь и превратила ее в тупую бытовуху. Ну, 10 лет, она вам дочку все-таки вырастила. 10 лет вы с ней жили, она не была скучной. Почему сейчас? Что поменялось? Смотрите, 5 лет назад мои друзья предложили мне открыть свое дело. Автомастерскую. Я очень люблю автомобили. И на тот момент я был готов рискнуть. Вложить в дело деньги, которые я бы взял в кредит в банке под нашу с Милой квартиру. Ой. Но банк, естественно, кредит бы мне не дал, если бы Мила не разрешила. А Мила как раз-таки сказала: нет, я тебе запрещаю, это очень рискованно. Ну, правильно сделала. Она не хочет рисковать единственным жильем. Что это такое за... Ничего себе бизнес. А если у вас бизнес не случится... Вы останетесь без крыши над головой. Правильно она сделала? Ну, хорошо, допустим. Потом была другая тема. Я хотел сдать нашу квартиру, чтобы мы уехали жить на Гоа. Там хороший морской климат, жизнь без заморочек. Жизнь простая, понятная, все дешево. Она опять сказала нет. Мы опять остались в Обнинске своем. Ничего не меняется, понимаете? Ее все устраивает. Я объясню, в чем причина, вот что меня волнует больше всего. Каких хотите вы перемен? Чего вы хотите, чтобы поменялось-то? Смотрите, в мае у нас была встреча одноклассников. 20 лет, как мы школу закончили. Я пообщался с ребятами и узнал, что у одного свой ресторан, у другой салон красоты. А мне и рассказать толком нечего. Что я скажу? У меня просто жена, дочь, я работаю в банке менеджером, продаю пластиковые карты. У меня кошки скребли на душе. Получается, что я неудачник. У каждого что-то есть. Ну, вам, наверное, к психологу надо лучше сходить, а не жену менять. И что, я буду так до пенсии в своем банке сидеть? Буду уходить в 19:00, приходить домой, есть невкусный ужин, ложиться спать в 11 часов, потом снова на работу, ездить в Турцию один раз в год. Я дальше Турции вообще никуда в своей жизни не ездил, понимаете? А Миле все нравится. Я 1000 раз пытался с ней поговорить. Так, и ее все устраивает, ее да? все устраивает. Я вот сделал первый шаг, я уволился из банка, между прочим. Угу. Ну, прекрасно, видите, все, перемены уже есть. И что? Нашли новую работу. Пока еще не нашел. Ну, я стараюсь. Сначала нужно разрушить, а потом строить, я так считаю. Ну, если ничего не меняется.
Я оставляю квартиру. Почему вы хотите разрушить семью? Почему вы хотите разрушить мир вашего ребенка? Я не могу жить с этой женщиной, вы поймите. Не могу я с ней жить. Ничего не меняется. Я умру просто через несколько лет. Хорошо, ладно. Вы готовы выплачивать алименты? Я правильно? Ну, конечно. Понимаю. Хорошо. Скажите, пожалуйста, Людмила Петровна, вы что-то можете суду пояснить? Почему муж ваш так устал? Почему он хочет перемен? И чем вы могли бы помочь? Да я вот именно, что я не понимаю, что ему надо. Мы нормально живем, не хуже, чем другие. Он вот в банке работал, я бухгалтером, своя квартира, дочку растим. Все у нас хорошо, чем не жизнь, собственно. Просто Боря, он очень увлекающийся человек, а я более практичная. Я живу реальными представлениями о жизни. Замки воздушные не строю. И не хочу, чтобы муж глупостей наделал, и деньги промотал, и квартиры лишился. Он вот большую глупость совершил, что взял и из банка уволился. Теперь уже назад не возьмут. Я ведь говорила ему, иди ты к начальнику, попроси, упади в ноги, попроси обратно тебя взять. Так нет же, ни в какую. Только, Боря, знаешь, если у тебя крыша съехала и ты работу потерял, это не повод алименты на дочку не платить. Ты меня задушила. Ты меня все время принижала, давила меня. Я так больше не могу. Понимаешь? Все, я буду тебе платить эти алименты, когда у меня появится доход. Ты меня знаешь, я никогда свое слово не нарушал. Борис Сергеевич, вот вы меня, конечно, вы простите, Борис Сергеевич, ваши требования вот понять невозможно. Вы хотите, чтобы у вас была стабильная жизнь, вы хотите каких-то высот, при этом вы рушите фундамент. Я хочу выслушать кого-то, может быть, из ваших родственников, из ваших друзей, может быть, из сослуживцев. Кто-то, у вас есть свидетели, кто может суду дать объективную информацию о том, как развивались отношения в семье? Ваша честь, я хочу пригласить сюда моего одноклассника, Евгения Павловича Туманова. Он подтвердит, что этот развод мне нужен, как глоток свежего воздуха. В зал пусть проходит. Туманов Евгений Павлович. Свидетель Туманов, да. Пройдемте. Убивает тебя на все. Здравствуйте, Евгений Павлович. Как я понимаю, вы одноклассник бывший истца. И вы настаиваете на том, что браки надо разрушать для того, чтобы был какой-то рост. Ваша честь, верно. Поделитесь, пожалуйста, нужно судом. Разводить их. Ну, поделитесь этими идеями с судом. Ну, мы вообще с Борей с одного класса. В Обнинске мы жили всю жизнь. Ну, понимаете, как бы не так очень общались до встречи выпускников. И вот собрались, потусили хорошенечко, увидели друг друга. Ну, 20 лет как бы прошло, понимаете? Ну, и Борьке стало понятно, Борьке надо соответствовать уровню всех, кто там достиг. Все поднялись, все стали хорошо зарабатывать. А он все на одном месте находится. Знаете, я что понял? Вот она ему житья не дает. Вот он что-то решит сделать. Например, он хотел уйти в бизнес, она его не пустила. Вот он в банке работает с утра до вечера. Я говорю, бросай нафиг этот банк, уходи в бизнес, кредит возьми там. Все, будь сам собой, будь мужиком. Как вам легко, она ему не дает идти в бизнес. Да пусть идет в бизнес, он просто в этот бизнес затаскивает единственное жилье, да, ее, вот, в котором живет она, он и их ребенок. Ваша честь, ну послушайте, ну вот есть несколько примеров из жизни. Вот я решил купить новую машину. Борьке говорю, Борь, возьми мою подержанную машину, значит, он такой согласился, говорит, я деньги сейчас накоплю, месяц подожди. Я говорю, Борь, нормально, месяц, все, подожду. Через месяц приходит, плечи вот так вот опустил, голову опустил. Мила не дала, говорит, кухонный гарнитур надо купить. Это ладно, кроме этой ситуации, другая, она его снова ходу ему не дает. Понимаете, собрались мы с мужиками на рыбалку. Ну, в машине место свободное. Я звоню, Борик, поехали на рыбалку. Он неделю как дурак собирает, снасти покупает, чинит, там все латает. В пятницу звонок. Я никуда не поеду. Почему? Мила затеяла генеральную уборку. Надо антресоли подвигать, там все поубирать, повыкидывать. Так она же ему ходу не дает, вы понимаете. Какая прелесть. Значит, Мила должна двигать антресоли, а вы будете сидеть на травке и смотреть на гладь воды. Правильно? Ваша честь, такого... А можно наоборот. Мила поедет куда-то отдыхать на травку, а вы приедете с друзьями и будете у него в квартире двигать антресоли. Почему вы считаете, что если человеку какие-то обязанности по дому положено выполнять, то обязательно ему она ходу не дает? Я ему говорю, пример с меня бери. Вот у нас в семье как заведено? Мы советуемся. Принял решение. И жена его следует. Она слушает меня. Женщина дома молчит, понимаете?
приняли что-то купить решение дорогостоящее? Сказал, да, одобряю, покупаю. Если там, допустим, она решила в гости пойти, а я не согласен, она не идет. То есть она его как в клетке держит, понимаете? Она еще с элементами этими мила. Ну дай мужику продохнуться, пусть он там встанет на ноги и... Ваша честь, Женя абсолютно правильно говорит. Я как в клетке сижу. Значит, ты, Боря, как в клетке сидишь. Ага, тебе, судя по всему, выпорхнуть и полетать охота. Гляжу я на тебя, ты в своих мечтах уже далеко улетел. Я ведь знаю, почему ты разводиться-то надумал. Ты же Ирой Маликовой увлекся, одноклассница своей, да? Так вот, я ее пригласила сюда. Ваша честь, будьте любезны, пригласите моего свидетеля Маликову Ирину Даниловну. Пусть послушает ее, может, передумает разводиться. Хорошо, по ходатайству ответчика приглашается Ирина Даниловна Маликова. Вы свидетель Маликова? Да. Пройдемте со мной. Десять лет были стабильны, как ты и хотела. Что ты сейчас-то хочешь? А ты не даешь другим жить. Здравствуйте, Ирина Даниловна. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как я понимаю, вы одноклассница Бориса Сергеевича, и как одноклассники вы давно не общались, вот с недавнего времени только начали общаться, да? Да, все правильно. Какие у вас отношения, скажите? Ну, вы знаете... Во-первых, я считаю, что Борису просто необходимо вернуться к своей жене Миле. И мы не виделись долгое время, а тут эта встреча выпускников. И, конечно, увиделись, и все закрутилось. Ну, начали встречаться. Но теперь, Борис, между нами все кончено. Ну, что ты говоришь такое, что кончено? У нас с тобой любовь, Мила, ты чего? Я из-за тебя разводиться вообще-то пошел. Ты с ума сошла сейчас? Ты обманул меня, Борис. Ты сказал, что у тебя свой бизнес, обещал мне золотые горы. А в итоге ты даже не можешь выплатить алименты своей жене. Ваша честь, у меня своя компания. Я торгую подержанными автомобилями. Бизнес очень прибыльный, у меня несколько площадок. И я планирую расширяться. И как-то Борис сказал, что у него своя авторемонтная мастерская. И я подумала, что мне нужен такой компаньон. Мы обсудили это с Борисом и пришли к выводу, что это будет хорошо как для моего бизнеса, так и для его. Но я же не знала тогда, что никакого бизнеса у него нет, понимаете? Он же мне какие песни пел, что на Гоа он ездит каждую зиму. Холода, видимо, он боится. Что на Кипре он планирует купить виллу, чтобы проводить там отпуски, выходные. Но потом меня нашла его жена, Мила, и рассказала мне всю правду. Оказывается, никакого бизнеса у нас, нашего Бориски-то и нет. Да на Гоа и на Кипре он ни разу не был. А когда он пришел на встречу выпускников, автомобиль и костюм он взял на прокат. Поэтому, Борис, ничего у нас с тобой быть не может. У меня своя жизнь, у тебя своя. Да что ты стала слушать мою жену? Иди, я тебе про свои мечты. Иди плати алименты своей жене. Про меня забудь. Я тебе про мечты свои рассказывал. Я действительно хотел и автобизнес открыть, и летать на Кипр, на Гоа. Это она все бухтела, не давала мне ничего сделать. Там климат плохой, там это не так. Говорит, у тебя с головой, ты в бизнесе ничего не понимаешь. Но с твоими деньгами, с моей головой, у меня такие схемы. Мы с тобой так преуспеем, что ты еще... Будешь от счастья сиять. Так тебе я алименты я буду платить. Буду я их платить. И нашему благополучию это никак не помешает. Боря, да что ты перед нею лебезишь? Сейчас ты узнаешь, что твоя надежда на ее капитал абсолютно безосновательна. Ваша честь, тут вон Евгений нам рассказывал, как он со своей женой управляется. Только он не учел, что мы с его Соней в Обнинске к одному косметологу ходим. А Соня с Ирой подружки по жизни. Они выросли в одном дворе. Позовите, пожалуйста, Туманову Софью Викторовну. Пусть она расскажет, что там у Иры за капиталы и богатство, на которые повелся мой простачок. Хорошо. Так как у нас ожидает Софья Викторовна Туманова, мы сейчас ее выслушаем. А вы свидетель Туманова? Да. Пройдемте со мной. В суде говорят только правду. Спасибо. Соня, ты чего пришла-то? Ты еще на стороне Людмилы будешь выступать? Здравствуйте. Скажи мне, ты еще как пришел так сюда? Что ты здесь делаешь? Я пришла, чтобы твоему так другу я Борю поддержать помешать, понаделать. И как вы собираетесь это сделать, Софья Викторовна? Ваша честь, у меня есть информация об одной присутствующей здесь особе, которая, я думаю, как говорится, после этого Борис явно, я думаю, уверенно расхочет развалиться. А какой же это особе у вас информация? Да вот о моей приятельнице.
Ирине. Привет, подруга. Ну, привет. Ну и чего ты чужому мужику голову запудрила? И самое главное, ты когда мне мои деньги собираешься вернуть? 20 тысяч, которые ты мне одалжила на платье. Да верну я тебе твои копейки. А, я это уже давно слышу. Она тут корчит перед вами успешную бизнес-вумен. На самом деле, одолжила у меня деньги, чтобы купить платье, чтобы произвести впечатление, и уже которую неделю не возвращает. Бизнеса никакого у него давно уже нету. У нее как-то 10 лет назад ей повезло, вышла замуж за какого-то богатого мужика. Но, к сожалению, мужчина разорился, потом вообще погиб. И долги остались ей наследство, одни долги этого мужика. Все имущество кредиторы забрали, включая бизнес. Она живет, распродавая вот побрякушки, которые не остались, там какие-то украшения. Работать не хочет. К красивой жизни привыкла. Вот. И, по-моему, она решила просто устроить свою жизнь, найдя нового себе мужика. Вот подвернулся ей Борис. Я эту тему сразу просекла, когда она начала у меня деньги на платье просить. Я говорю, кого ты охмурять собираешься на этот раз? Она так загадочно улыбнулась, ничего мне не сказала, не ответила. А через какое-то время мне Мила звонит и рассказывает, что ее муж с ума сошел, хочет из семьи уходить ради какой-то Ирины, бизнес-вумен преуспевающей. Вот. Но я сразу просекла, кто это, что происходит, все рассказала Миле. Но, ваша честь, я считаю, что Свиридов разводить не нужно. По лицу Бориса видно, что он уже опомнился, уже понял, куда он, как он попал, какие лапы, какой он материстки. В общем, не нужно их разводить. Что касается тебя, Женя, ты чего сюда пришел? Ты считаешь, что развод – хорошая идея, да? Может, мы тоже разведемся с тобой? Или как? Сонечка, ну прости. Прости, я молчу, рот закрываю. Простить тебя? Я еще подумаю, простить ли тебя. Я молчу, ты как всегда права. Зря я вообще в суд этот пришел. Дармоед живет ему как тут счет, ваш муж-то заливался, пока вас не было. Да как вас вот себе. Так вот, говорят, держу. Сказал, значит, так. Смешно просто. Слушай, этот дармоед живет за мой счет. Я с утра до вечера кучусь в своем магазине. Он и кормлю его, пою, на курорты вожу. Он сидит в какой-то конторе за копейки, там бумажки перебирает. И тут еще пытается своего друга сбить с пути. Угу. Вот выступать видишь, Боря, пришел. Куда вас всех ваши понты завели? Ты вон с банка уволился, Ирка решила, что ее содержать будешь. Ох. Так это вот все правда? Ты мне наврала, что ли? Ира, как тебе не стыдно? Я уволился, я из-за тебя разводиться пришел. Как тебе не стыдно? Ты мне голову заморочила. Ты мне не ты стыдно. Чего творишь-то вообще? Это тебе, Борис, должно быть стыдно. Как ты мне нагло врал все это время? Как рассказывал сказки про закаты на Гоа? А я ж почти поверила. Нет, Бориска, ничего у нас с тобой быть не может. Квиты мы с тобой. У тебя своя жизнь, у меня своя. Ваша честь, я передумал разводиться. Могу я иск отозвать? Можете. Борис Сергеевич, а что вы обвиняете женщину? Вы же не из-за нее ушли, а из-за ее денег. А вы говорили, что так любите. Мила. Хорошо. Прости меня. Не знаю, Людмила Петровна. Конечно же, прощу. На тебя же даже обижаться нельзя. Ты же как ребенок маленький. Тебя поманили, ты и побежал. Ваша честь, а вот от элементов я отказываться не буду. А то он, понимаете ли, работу потерял, сейчас дома засядет, будет ран зализывать. Нет уж, милый мой, дочь-то обязан содержать. Так что давай, бери себя в руки. Суд удаляется для вынесения решения. Далее в программе. Ах ты, сопля крашеная! Крашеная? Да, и это мой единственный недостаток. А ты бревно в постели. Поэтому мужик от тебя и скачет от одной бабы к другой. Семейная пара Даниловых после домашней разборки в очередной раз оказывается в суде. Муж Анны Виктор утверждает, что его супруга чрезмерно ревнива и в приступах ревности его калечит. Теперь Виктор намерен развестись и поделить имущество. Анна против развода, но тоже требует раздела супружеского имущества. Суд прекращает производство по данному делу, потому что истец отказался от иска, и этот отказ не противоречит закону, не нарушает права и законные интересы других лиц. Иск супруги о взыскании алиментов удовлетворить, взыскать с отца ребенка в пользу матери на содержание несовершеннолетней дочери алименты в твердой денежной сумме, равной трехкратному размеру прожиточного минимума, установленного для ребенка ежемесячно до совершеннолетия дочери. Вам понятно определение и решение, да. Борис Сергеевич, в твердой денежной сумме это для того, чтобы вы не расслаблялись и знали, что вот эту сумму вы обязаны, где хотите, но взять и жене передать. Судебное заседание объявляется закрытым. Прошу всех встать.
слушается дело по иску Данилова Виктора Сергеевича к Даниловой Анне Евгеньевне о расторжении брака и о разделе супружеского имущества, согласно представленному истцом варианту. Ответчик Данилова Анна Евгеньевна с исковыми требованиями не согласна, выдвигает встречный иск о разделе супружеского имущества согласно представленному ответчице варианту. В зарегистрированном браке 1 год, общих детей у вас нет. Виктор Сергеевич, я вижу, что вы состоите в браке, как я понимаю, уже в 3-й раз. Да, у вас этот ваш брак. Да, все верно. Скажите, пожалуйста, а вы были уже женаты на Анне Евгеньевне? Да, я был женат, и я вам скажу, что это уже у нас 3-й развод. Простите, вы 3 раза были в зарегистрированном браке с Анной Евгеньевной? Да, и это наш уже 3-й развод. На 1-й развод подавал я, потому что... Ну, мы с ней прожили год, ну и я с ней развелся, потому что она не умела готовить, совершенно обо мне не заботилась. Ну, через полгода после тренингов ведения домашнего хозяйства Ани мы снова поженились. Только вот все вот эти вот приобретенные навыки ведения хозяйства, вместе с этими у нее появились побочные эффекты. Например, рукоприкладство. Она меня все время метелила. Всем, что попадалось под руку. Ну, скалками, сковородками, молотками для рыбы. И рыбой даже самой меня метелило. Ваша честь, ну... Это игры. Ваша честь, какие эти игры? Ну, от неудовлетворенности вот таких контактов бывает. Ваша честь, но это не игры. Более того, у нее начали еще обостренные приступы непонятной ревности ко мне. Это во второй раз. Так вообще у нее... Да... Нет, вот мы давайте разберемся. Да. 1-й раз. Не готовила, разошлись. Не готовила, разошлись. Пошла на курсы. Так, да. Вернулись, опять вступили в брак. Так у нее начались вот эти вот побои, рукоприкладство. Начала бить вас, вы разошлись. Ну, еще и ревность была, понимаете? И ревность, вы разошлись опять. Да. Что потом изменилось? Ну, потом ничего. Вот в 3-й раз мы сошлись. И сейчас опять расстаемся. А сейчас опять разводимся. Ну, да, вот год назад сошлись 3-й раз. Снова разводимся. Что опять происходит сейчас? Да, ваша честь, все еще хуже стало. Больше рукоприкладства. Вот посмотрите, что она мне, например, недавно сделала скалкой. Как она мне отметелила. Ваша честь, приползал ко мне, как побитая собака. Я его прощала, принимала. И то, что я его скалкой лишь слегка задела, он слегка только по касательной пострадал. А он мне руку сковородкой поломал. А кто ваша мне, честь, это несоразмерное возмездие. Ваша честь, кто мне постоянно названивал, звонил, звал, когда тебе было плохо, а? Скажите, пожалуйста, а инициатором вот последнего вашего 3-го вступления в брак кто был? Аня. 2-го, 3-го брака инициатором все равно Аня. Ваша честь, она все время проявляла инициативу, а я добрый, мягкий, доверчивый, каждый раз доверял. Вот, ваша честь, вот так я никогда не могу слова даже вставить. Инициатором всегда был он. Приползал ко мне, как побитый пес. Ничего подобного. Прощения просил. Ничего умолял, подобного. И я снова его прощала, принимала. И он как хитрый змей. Сначала вроде живем, а потом давай официально закрепим отношения. И я из раза в раз на одни и те же грабли, ваша честь. Чудовище косолапое. Ой, а ты на себя посмотри, ваша честь, ну, сразу понятно, что какая чудиха неуравновешенная, с ней же даже в люди выйти нельзя. Вот мы были недавно, в ресторан вышли, и что вы думаете? Видели, меня попросила какая-то девушка сфотографировать делает? Ее на фоне картины, девушка. А я спросил индульгенцию у Анны, хоть и почувствовал ее взгляде, какие-то, что-то недоброе. Ваша честь, а девушка, вы чуть-чуть подвыпившая была, чуть-чуть подвыпившая. Вы, может, действительно даете повод для ревности? Да я не даю никаких поводов для ревности. Вот последний случай. Вот, например, голова. Последний раз я вернулся домой, в 12 ночи. Ну, это не так поздно. А задержался, потому что с друзьями, с другом отмечали день рождения его дочери. Вот и все. Ваша честь, а вы знаете, только мужская он компания. Она вынюхала, что от меня разит женскими духами. Ну, естественно, я пытаюсь объяснить, что это не так, что ей почудилось. Нет, слово за слово, она сковородку с мясом и швыряет в меня. Вы знаете, на дни рождения детей, как правило, ходят вместе с супругой. Ну, позвал меня друг, просто говорит, приезжай, мужская компания, отметим, посидим без женщин. Ну, не бывает женщин. В браке мужских компаний, если уже принял решение. Он этого же не понимает. Вот так же она будет реагировать. Она меня сразу скалкой, сковородкой, я, естественно, отбиваюсь, потому что мне больно, и немножко задел по руке, у нее трещина, простите. За 15 минут до приезда эта чучундра, вот это чудище косолапое, мне звонит и говорит, а у Пашиной дочки день рождения, я с Пашей поеду, мы немного посидим.
приходит весь духман вот этот вот бабьего одеколона и весь светлый свитер в помаде. Ваша честь, ну какая еще женщина иначе? Анна Евгеньевна, скажите, пожалуйста, если вы постоянно ревнуете супруга и не можете сдержать свои эмоции, зачем вы к нему возвращаетесь? Зачем вы возвращаетесь в эти отношения? Не могу я без него. Мы разводимся. Он снова как змеюка проклятая ко мне подползает, окучивает меня, и мы снова вместе. Не смогу я без него. Буду стараться делать из Витеньки семьи. Угу. Она еще мне тут утверждает, что, видите ли, я пытался изменить с какой-то соседкой, там, какой-то толстой каракатицей. Как ты там называешь? Ваша честь, с каракатицей, ага. Сволочь такая, ну, конечно. Изменил. Придумала, бы придумала, а ничего меня. Не было. Соседка что-то, соседка же попробовала что-то ваша честь, предложила. Ваша честь, каракатицей а я был изменил. Женат, говорю, ничего не будет. Я прям так соседке да сказал. Да если ты сейчас не замолчишь, я тебе между ног напинаю, как тогда после измены. Молчи. Супруги, я хотела бы спросить, а какие у вас есть варианты раздела имущества? Потому что ревности у вас много, но, как я понимаю, у вас у каждого есть свой вариант. Насколько ваша я честь. Понимаю, вы хотите разделить машину. Машину, так точно. Я хочу разделить машину, которую мы купили честь. За 2 миллиона. Это в браке, поэтому делим машину. Далее мебель, которая вся остается ей. Это 1 миллион рублей. Так. В это входит 2 мягких уголка, 3 журнальных столика, спальный гарнитур, кухонный гарнитур, стулья 12 штук, табуретки 4 штуки, комод и прихожая. Это все тебе. А мне на 500 тысяч всего, то есть 2 раза меньше, остается бытовая техника. Вот такой вот я щедрый. Так, и у вас, конечно же, имеются документы, подтверждающие, что все вот эти деньги именно таким образом конечно, и были... Конечно, конечно, вот, пожалуйста. Пристав, я попрошу, передайте, пожалуйста, список и подтверждающие документы. Спасибо. Список еще. И список, пожалуйста, передайте спасибо. О имущество. Угу. Прихожая, комод, но у вас нет списка бытовой техники, которую вы себе на 500 тысяч решили оставить. Хорошо. Анна Евгеньевна, насколько я понимаю, вами заявлен встречный иск. Скажите, пожалуйста, у вас есть такой же список, как вы хотите поделить имущество? Ваша честь, я своего мужа люблю и списков не веду. Но мне хотелось бы заметить, что в квартиру 3 миллиона вложила я. И машину, которую он собирается делить, 2 миллиона она стоит, это купила я. Деньги мне достались от наследства. Мы с сестрой получили наследство, квартиру от бабушки. И продав эту квартиру, каждая из нас получила по 5 миллионов. И вот я 3 миллиона вложила в нашу квартиру, а за 2 миллиона купила, когда мы были в разводе, машину. Но когда мы уже были в браке, я машину обновила, продав старую и купив за ту же сумму у новую. У вас есть документы, подтверждающие, что вы продали добрачное имущество и приобрели машину? Есть? Мне хотелось бы вам передать документы о продаже Пристав, добрачного имущества и свидетельство о владении квартирой, которую мы позже продали. Ну, чтобы было просто понятно происхождение средств. Хорошо, продолжайте, пожалуйста. Еще ваша такая честь. Ситуация вышла, ваша честь. Машину-то мою он делить гораст. А когда я свои заработанные деньги, 2 миллиона рублей, вложила в ремонт квартиры, он в это время, жалкая душонка, пошел и купил за 3 миллиона себе машину. Ты забыл, Витенька, что мы в браке нет, были в официально? Нет, 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 милая, милая, тут и обознатушки. Пока я с ремонтом возилась, обознатушки, он... автомобиль обознатушки? Я купил после нашего первого развода, если ты не помнишь. Это вне брака, ваша честь. Вне брака нельзя рассматривать этот автомобиль ваша как честь. Совместное имущество. И вот брака. Та мебель, нельзя. Которую он мне хочет оставить, ну, господа, врет. Все я очень не просто установить, делить. Потому что вы предоставляете документы на имущество, на которые претендуете, или документы имущества, которые вы считаете своим. И суд прекрасно разберется. Границы ваших браков можно установить, есть об этом отметки, соответственно, и имущество также определим, какое было приобретено в браке, какое вне до брака. Ваша честь, это гамадрила, это лжец профессиональный. Дело в том, что вся пожалуйста. Аудиотехника и бытовая техника, которую он хочет оставить себе, она стоит как раз 1 миллион рублей, потому что как раз незадолго до нашего развода он приобрел на 500 тысяч рублей аудиотехники, плюс бытовая на 500 тысяч. Вот он сейчас говорит, что мебель он мне хочет оставить на 1 миллион. Да это жило, предка. Могу понять, а что у вас там за бытовая техника на 500 тысяч? Вот что у вас, вертолет? О, вот
да, у нас квартира трехкомнатная. Вот он вам совершенно замечательно. 12 стульев, 4 табуретки. Ваша честь, ну мы прихожая. Что, из Ильфа и Петрова, что ли, сказочники? Да, 3 журнальных столика, одних только 3. Спальный гарнитур. То есть, я не знаю, насколько они все хороши. Все на мои деньги, пожалуйста. Ваша честь, имущество не врет. На миллион. А вот какая бытовая техника на 500 тысяч, списка у меня нет. Оснастила квартиру я все купила. Я 2 миллиона так, вложила квартиру в ремонт. Квартиру делить вообще. Все деньги, забудь, все деньги, квартира мои, мне. Квартира... Тебе врешь. Половина машины нет, и мебель. Машина мне моя, остается машина квартира мою, и техника. Я их покупал. Я их а выбирал. А вот его машину за 3 миллиона. Давайте как раз поделим. Хорошо, Анна Евгеньевна, давайте так. Ваша значит, честь. Вы сейчас выступаете за сохранение брака. Ваша честь, я настолько его люблю, что попытаюсь даже больше так сильно не ревновать. Я записалась на курсы гнева, чтобы как-то себя сдерживать. Я уже не знаю, да что для него. Да какие курсы, господа? Но вам нужно серьезным специалистам обращаться, уже принимать слушай, препараты какие-то, корректирующие. Кто на развод подает? Я или ты? Ну, она хочет сохранить брак, и ваш я Виктор говорю, Сергеевич. Что мириться с тобой не собираюсь. Курсы, шмурсы, не будет ни квартиры, пообещай, ничего. Пообещай ваша мне, честь, что не будешь мне больше я изменять. Я прошу позвать сюда моего товарища Кононова Олега Петровича. Ой. Он подтвердит, что наш брак себе изжил. Хорошо, во-вторых, что я купил квартиру на свои сбережения и одолжил у него немножко, чтобы за нее рассчитаться. Хорошо, приглашаем свидетеля Кононова Олега Петровича. Ваша честь, это ложь. Свидетель Кононов? Да. Пройдемся. Куда ты без меня? Логика просто. Здравствуйте. Здравствуйте, Олег Привет. Петрович. Здравствуйте. Олег Петрович, как я понимаю, вам известно происхождение средств супругов Даниловых, которые были потрачены на приобретение автомобиля, имущества, мебели, бытовой техники и квартиры. Во-первых, я вообще считаю, что такая супружеская пара, как Витя, замечательный человек, и Анна, они не могут существовать вместе. Они просто не могут. Три раза вступать в брак с одной и той же женщиной. Ну, это немыслимо. Мне просто вообще кажется, что по концу отношений они поубивают друг друга. Ой, не тебе решать. Так, подожди. Молчи. Ань, подожди, ты помолчи, пожалуйста. Я простой пример могу привести. Вот последний из жизни, когда Витя был у меня в гостях, отмечали день рождения, дочка у меня родилась, супруга моя тогда еще была в роддоме. Ну, по случайности Витя перепутал парфюм мужской, женский. Ну, побрызгал чуть на себя. Ну, Аня, такой скандал ему закатила. Я думал, ну, поубивает просто. Такую истерику. Это вообще... А еще один, кстати, пример, Ань. Помнишь, когда отдыхали на Кипре все вместе? Конечно, она... помню. Что у меня, амнезия, что ли? Так она вообще ему спуску просто не давала. Да, да. Чтоб по сторонам даже не мог смотреть. И тут по случайности, возле Вити, какая-то девушка тонула. Ну, Витя, как истинный мужчина, пошел спасать. Это он-то истинный мужчина? Ань, а кто? А ты Ань, что? Ты а помнишь, вы спасатель? Как... Нет, он не... Кто? Витя нет. Спасать девушка он тонет. Просто как мужчина. Она же барахтает, сейчас утонет. Да. Перед вами часто тонут девушки, ваша честь? Да случайно. Нет, она сама пошла тонуть в море, да? Я вот что хочу сказать про Витю, как про человека. Он вообще пашет по 12 часов. Копейку в дом вот для Ани зарабатывает. Постоянно. За промежуток между вторым и третьим браком с Аней ему удалось скопить какие-то средства вот на квартиру. Его же не били. А? Его же не били в это время. Нет, конечно, не били. Вот он когда, видите, когда не бьют вашего мужа, да. Он деньги... Только скопила я, ваша честь. Подождите. Он приходил ко мне все время. Копил я, только скалки копишь. Я скопила деньги, и по голове. Сковородку взяла и по голове. Я его задержу. А то, что вы кричите вот одновременно, ведь этого же никто не может разобрать. Это слышно. Ань, только тебя одну слышно. Невозможно этого понять, что вы прокричали одновременно. Ну, насколько я поняла, значит, удалось в период между вторым и третьим браком да. скопить 2 миллиона. Прекрасно. Да, еще что вам известно? Нет, 2 миллиона он там немножко скопил, 2 миллиона у меня он одолжил. А, у вас одолжил 2 миллиона. Да, 2 миллиона. Хорошо. У меня, плюс к своим скопленным добавил. И, насколько я помню, 7 миллионов, да, взял кредит в банке. Купил трехкомнатную квартиру. Где? На момент покупки, конечно, они уже расписались. К сожалению. Вот, да, ну, может, и к сожалению. К счастью. Да. Так, Ань, подожди.
Тебя слышно весь процесс судебный. Дай другим, пожалуйста, сказать. И мне просто, вот, просто интересно. Получается, что на момент брака квартира уже была куплена. То есть, получается, часть квартиры они принадлежит. Но Витя-то копил деньги-то, когда они были в разводе. Вот мне хотелось бы понять эту вот логику. И где справедливость вообще? Но об этом вообще? Он предоставил документы о том, когда да. на его счет поступили деньги. Вы думаете, что это так сложно? Это как раз совсем не сложно. Вот. Суд с этим легко разберется. Хорошо, скажите, пожалуйста, ответчик, вы желаете, чтобы суд выслушал свидетелей с вашей стороны? Кто-то подтвердит вашу позицию? Да, я хотела бы пригласить сюда свою сестру Ольгу. Она знает все о нашем браке, о том, откуда взяла деньги на квартиру. Вы заявляли, Степанченко, Ольгу Евгеньевну, приглашайте, пожалуйста, по ходатайству ответчикам. А вы свидетель Степанченко, пройдемте. Да ей какая разница, она же вся несчастная. Бракованным досталось. Здравствуйте, Ольга Евгеньевна. Здравствуйте. Вот что вам известно по поводу трех браков вашей сестры? Ваша честь, я считаю, что брак моей сестры Анны и Вити надо сохранить. Это вот этот надо сохранять? Нет. А предыдущие, что вам про них известно? Они любят друг друга, они очень любят Витю. Витя тоже любит. В этом, наверное, вся и проблема, но и счастье также. Понимаете, они все равно сойдутся. Их разводи, не разводи, все равно сойдутся, активно начнут опять жениться. А это ведь подарки им надо дарить. Они, понимаете, это торжество Ой, такое. Вам не надоело? Вот вы нам еще продолжаете надоело. Отмечать все эти вот... Так свадьбы. Они закатывают на два дня. Так они также и разводятся, я вам хочу сказать. Что они также идут в один ресторан. Но в разных компаниях. Да. Вы считаете, что я вот считаю, этот брак все-таки да. надо сохранять? Хотя да, Витя, с чего ты взял, что вот это только твоя квартира? Это только моя квартира, нет, Витя, и нечего на нее претендовать. Да. Нечего. Про наследство Ваша от бабушки честь. Расскажите, да, пожалуйста. Три года назад мы с Аней получили наследство, квартиру. Мы ее продали за 10 миллионов. Конечно. По 5 миллионов разделили как бы напополам. Аня тогда была в разводе с Витей. И за 2 миллиона она купила себе машину, а 3 миллиона она положила себе на депозит. Вот. И когда она в 105-й раз, Витя, за тебя вышла замуж, это третий получается, они совместно купили квартиру. И Аня эти 3 миллиона туда тоже вложила. А сколько она на ремонт потратила? 2 миллиона, Ваша честь, я потратила на ремонт. Я купила бытовую технику. Я все отремонтировала. Мало того, она еще и Вите купила за миллион часы дорогие, о которых мечтал. Но это ладно, это не суть. Но... Ваша честь, а он теперь меня оттуда выгоняет из квартиры. Зачем? И, видимо, да вам детей надо было. Ведь вам детей сразу надо было. А вот да. Вот, кстати, я об этом тоже говорил. Детей надо было рожать, а не о себе думать. Остановите, а Витя. Витя, она надо Витя. Хватит, Витя. Обломала, ты же ее в первом браке на аборт повел. Ты же говорил, что тебе бизнес нужно развивать. Все, Витя тебе виноват. Не нужны спиногрызы Витя вот виноват сейчас. Бизнес, посмотрите Витя. На этого бизнесмена. Что и, тебе и мой бизнес? Нету, мой бизнес нас неплохо кормил. Сколько мебели я тебе оставляю, бизнес. Нянчили бы детей своих лучше. Господа, простите, а Ломакина Юлиана Леонидовна, она чей свидетель? Ваша честь, Ломакина Юлиана Леонидовна, это мой, с моей стороны, свидетель. Я ее прошу сюда пригласить, потому что она является моей новой девушкой. Моей новой девушкой, чтобы ты знала. И... Наконец-то. Какая наконец-то, новая да. девочка и у этого мы с ней, лысого мало гриба? Того, мы с ней собираемся вступать в новый брак. Поэтому да, мне невеста. Сейчас нужен развод и квартира. В каком браке ты собираешься ну, хорошо, жить, чудище? Давайте не с тобой, не волнуйся. Свидетеля Ломакину Юлиану попробую. Леонидовну. Это ж надо свинота. А вы свидетель Ломакина? Пройдемте. Человек такой-то, а? Ой, какой он цифру привел! Посмотрите-ка на него! Гриб и дыл, да? Здравствуйте, Юлиана Леонидовна. Ты на себя посмотри. Юлиана гриб Леонидовна, дыл, скажите, да, пожалуйста, только. Вы в каких отношениях сейчас с Виктором Сергеевичем? Каких можно быть с ним отношениями? Я невеста Виктора, и мы планируем с ним заключить брак. Отношения у нас начались еще после первого развода его с женой. Она его обобрала! Она мы его обобрала. Начали жить вместе, но ситуация в том, что у его жены совершенно отсутствовала гордость. Mm-hmm. Она начала названивать mm-hmm. ему, звонила мне с угрозами, она даже приезжала к нам домой, поджигала нашу дверь, обливала бензином и поджигала ее. А где же ваша дверь? У человека не все в порядке с головой. Слушай, помолчи, а.
Ах ты, сопля крашеная! Крашеная? Да, и это мой единственный недостаток. А ты бревно в постели. Поэтому мужик от тебя и скачет от одной бабы к другой. Что, нечего сказать? Ты даже ему детей не смогла родить. А я, кстати, беременна уже. Поэтому на этот раз, пожалуйста, не смей нам мешать. Ваша честь, ребенок же должен расти в полноценной так, семье. Юлиана Леонидовна, если вы беременны от Виктора Сергеевича, то у вас есть какие-то документы, подтверждающие беременность? Ну, пока нет. Да она от таджика со стройки беременна. Конечно. Это ты от таджика со стройки будешь беременна. Mm-hmm. Сейчас выйдешь, плакать будешь, я у таджики буду успокаивать. Я считаю, что квартира должна принадлежать только Виктору. Она не имеет на нее никакого права. Ваша честь, я-то думала, он раскаялся. А этот змей треклятый просто хочет в нашей с ним квартире с этим вот небревном проживать. Ни метра квадратного ты от меня не получишь. А если ты думаешь, что это чудо-гриб, что вот это вот чучело похотливое имеет свой бизнес, то ты сильно ошибаешься. Денег у него меньше, чем волос на его лысой голове. Ты содержу весь этот бедлам. Я. И тебе, моя куколка, придется идти работать. Стукните и ты узнаешь, что такое морщины. Закрой свой рот, чучело гороховое. Что за бред ты несешь? Ты в курсе, что он мне кольцо подарил с бриллиантом? И, кстати, оно немало стоит. Ваша честь, это кольцо он мне на втором браке подарил. И дура ты, дура! Оно не с бриллиантом, оно с фианитом. Я ему это кольцо швырнула в его глаза, бесстыжий. А он мне сказал, что оно укатилось под диван. Мыло под диваном, ничего не нашла. Вот пропажа. Скажи ей, что у тебя в бизнесе все хорошо. Как все хорошо? Знаешь, пока не очень хорошо. Ну, это временно. Юлечка, это временная трудность. А про кольцо поясните, что там за камень? Бриллиант, фианит. Мое. Понятно, но вы не камень. А она тут врет. Стоит и врет. Это я купил кольцо. Ваша честь, у меня есть фотографии, где я с этим кольцом. Фотографии? Может, фотошоп, не знаю, скачала. Что у тебя с бизнесом? Там все они трехрублевые. Все будет хорошо. Мне всего лишь нужно 10 миллионов, и все. 10 миллионов. Твой отец нам поможет. Сама сказала, что твой отец добрый человек, если что, поможет. Ну и выкрутимся как-то. У него на хлеб с колбасой нет, ему нужно 10 миллионов. Что ты волнуешься-то? Подожди. То есть ты нормально меня обманул с кольцом точно так же, как со своими доходами? Нет, подарил. Мой отец поможет. Чуть-чуть. 10 миллионов! Чуть-чуть. Ты вообще нормальный человек! Мы так с тобой не договаривались, дорогой. Вообще, а вы ударьте его чем-нибудь. Он это любит. Ударьте. Не надо меня бить. Вон. А вы это любите? Свидетель. У вас без удара нет огня. Подожди. Мой отец ничем не поможет. Тихо, у него у самого проблемы. Юля, То есть ты за мой счет хотел уладить свои проблемы в бизнесе? Юля! Да, дура, да! У нас же ребенок будет вместе. Что? Ребенок? Так, Юлиана Леонидовна, вы подождите, вы беременны от Виктора Сергеевича? От кого? От него? Ну, как? От кого? Конечно. Вот я же хочу нищету плодить. Вы что, издеваетесь? Плодить. Мне это не нужно, меня это все не устраивает. Слушай, еще и квартиры, видимо, нормальной не будет. Да будет. Алло, квартира. Я пошутила. Я пошутила, я не беременна. Дорогой ты мой. Отец даст денег, все будет хорошо. Что ты паришься? Я специально сказала, чтобы она тебе развод быстрее дала. Я-то думала, у тебя бизнес процветает, а не вот это все. Ты че? Виктор Сергеевич, ну вы же с фианитом, а не с бриллиантом. Вот и она, не с беременностью. То будет, ваша честь, ну что она не хочет мне сплошной помочь? Сплошной фейк. Ребята, меня такой расклад вообще не устраивает. Мальчик, до свидания. Кольцо верните, он где? Его будет дарить еще много раз. Колечко мое. Ой, семья жлобская, жлоб. Теперь, ваша честь, я больше верить никому нельзя. Вот из этих вот. Ну, я хочу отозвать свой иск. Что требовалось доказать? Аня, ну, прости меня, виноват. Хорошо. Хорошо, ваша честь, будете вы нас разводить, не будете. Я вас прошу все равно квартиру поделить пополам, потому что мужчина гуляет, приходит пустым, и я хочу иметь свое право собственности в этой квартире. Суд удаляется для вынесения решения.
Прошу садиться. Оглашается определение. Производство по иску о расторжении брака прекратить. Оглашается решение суда. Первоначальный встречный иск о разделе супружеского имущества удовлетворить частично. Произвести раздел супружеского имущества. Признать за каждым из супругов право собственности на 1/2 доли квартиры. Передать автомобиль стоимостью 2 миллиона рублей в собственность супруги. Передать в собственность супруги следующие предметы домашней обстановки и бытовой техники. Телевизор, холодильник, стиральную машину, микроволновую печь, персональный компьютер, предметы мебели и интерьера на сумму 1 250 000 рублей. Передать в собственность супруга следующие предметы домашней обстановки и бытовой техники. Стереосистему, ноутбук, встроенную варочную панель, встроенную духовку, климатическую технику, предметы мебели и интерьера на сумму 1 250 000 рублей. Прекратив производство по иску о расторжении брака, суд произвел раздел супружеского имущества, потому что раздел общего имущества супругов может быть произведен и в период брака. Суд производит раздел спорной квартиры, потому что квартира была нажита супругами в период брака. При определении размера долей в праве собственности на квартиру суд учел, что на приобретение квартиры целевым назначением были использованы личные денежные средства каждого из супругов. Вклад со стороны супруги составляет 3 миллиона рублей, полученные ей от продажи наследственного имущества, а со стороны супруга также 3 миллиона рублей, являющиеся его добрачными сбережениями. Оставшиеся 6 миллионов рублей платились из общих средств супругов. На эти денежные средства была приобретена квартира стоимостью 12 миллионов рублей. Суд передал автомобиль стоимостью 2 миллиона рублей в собственность супруги, потому что на его приобретение целевым назначением были направлены личные денежные средства супруги в размере 2 миллионов рублей, полученные ею от продажи добрачного автомобиля. Судебное заседание объявляется закрытым.